Конечно. Хотелось бы поставить камеры в местах, где наши пациенты бывают чаще всего. Холлы, палаты, туалеты. Туалет? Это уже что-то новенькое. Но не в кабинках, конечно. Ну, почему? В кабинках тоже можно. Ничего невозможного нет. Нет, контингент у нас в этом корпусе тихий, но для полного спокойствия лишний глаз не повредит. Да, лишними глаза не бывает. Это я вам как специалист говорю. Ну вот, так, чтобы освободить людей. Так один присматривать будет, и все. Это правильно. За границей давно это уже используют. Очень удобно. В офисах, в частных домах. Ставится аппаратура, и пошла фиксация. Понятно. Потом поговорим. Может, мне и на дачу такую систему установить? А что, есть что охранять? Да нет, так, чтобы. Хотите жвачку? Давайте. Пожалуйста. Спасибо. Я не хочу. Позвоните моей дочери. Позвони. Пусть она меня заберет. Это место не для принцессы. Ну что вы, не переживайте вы так. Между прочим, когда здесь жили князья... Князей много. Эта женщина думает, что она принцесса Диана. Да. Ну почему принцесса Диана? Значит, принцесса Монако. Да нет, это наша принцесса, советская. А, советская. Угу. Просто это Галина Леонидовна Брежнева. Кто вы сказали? Брежнева. Галина Леонидовна. Не хочу. Не хочу. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Здесь у нас очень хорошо. Здесь же князья когда-то жили. Князей много, а принцесса может быть только одна. Ну, поверьте, здесь вам очень понравится. Это твоя койка. Кто это? Такая же придурочная, как и ты. Проходи. Я принцесса. Я не могу спать с кем-то. Я хочу домой. В замок? Домой. Домой. Будешь ерепениться, тебя так же привяжут, как ее. Домой. Глохни. Она права. Лучше помалкивай, иначе я тебе... Все припомню, что твой папаша натворил. И Чехословакию, и Афган. Я хочу домой. А мы не хотели домой, а? Я и Серега. Его убили там в Афгане. Пацану было всего 18 лет. Он был моим лучшим другом. А его очередью пополам. Я его уже мертвого на себе тащил. Ты знаешь, как я хотел тогда встретиться с твоим отцом. Отойдите от меня. Ты тут мужиков меняла, пока мы там на солнце сохли. Да глохните вы! Я тебе устрою здесь райскую жизнь. Что тут происходит? Знакомлю новенькую с правилами поведения. Почему вы? А что, нельзя? Это не входит в круг ваших обязанностей. Ну так, чтоб знала. Застелите постель и идите. Здесь тоже нужно установить. Контингент у нас ненадежный. Понятно. Ну вот, Галина Леонидовна, теперь это будет вашим домом. Нет, это не мой дом. Вам здесь не нравится? Нет. Напрасно. У нас прекрасная территория, парк, озеро. Вот увидите. Поживете, понравится. Я хочу домой. А может, вам что-то принести? Какую-нибудь книжку? Журналы? Позвоните моей дочке, Витусе. Пусть она меня заберет. Хорошо. Позвоним, позвоним. Определились? Да-да, все понятно. Тогда пойдем дальше. Отдыхайте, женщина. А что с ней такое? С кем? С Галиной Леонидовной. Ничего особенного. Обыкновенный алкоголизм. К нам ее привезли с канадчиковой дачи. Там ее немного подлечили. Вернее, отучили пить. А как она вообще оказалась в вашей системе? Ее привезла дочь. Кто? Петуся? Виктория Евгеньевна.
И что, она сама привезла ее сюда? Нет, сюда к нам ее направили наши коллеги с Канадчиковой. А муж? Какой именно? У нее было много мужей. Генерал Чурбан, я слышал, что он на свободе. Не знаю, к нам ее привезли только сегодня. Понятно. И надолго она здесь? В смысле? Ну, скоро ее выпишут. Вряд ли мы ее вообще выпишем. Хочешь, чтобы я тебя развязала? Что ты смотришь на меня? Вы хотите выйти отсюда? Тебе-то что? Все хотят, я знаю. А тебе-то что? А я знаю, как это сделать. Да? Ну и как же? Здесь надо, главное, регулярно принимать все лекарства, и тогда отпустят домой. Регулярно все. И тебе принимать все-все лекарства регулярно. Вася? Ну, что? Мне нужно поговорить с тобой. Ну, говори, говори, говори. Что ты ищешь? Фотографию одну. Какую? Ну, что ты молчишь? 10 лет не в системе, все молчишь, как мальчишки бальчишь на допросе. Ты знаешь, кого я сегодня встретил? Кого? Галину. Галину? Какую Галину? Из поликлиники, что ли? Ну да, прежнюю, Галину Леонидовну. Куда я дел эту фотографию? Я помню, мы фотографировались на даче у Брежнева. Да у тебя полно фотографий со своим Леонидом Ильичом. Да нет, там была Галина Леонидовна, она меня позвала, и всех наших, кто в охране работал. Вот она. Молодая еще. Ты бы ее сейчас не узнала. The falling leaves drift by my window. Куда, говоришь, встать? Ну, давай сюда. Правее? Пап. Левее? Давай сюда поближе. Вот так? Ну, вот так. А. Повернись. Да. Ну. Леонид Ильич, а вы можете чуть-чуть повернуться на меня? А ты сомневаешься? Конечно, могу. Спасибо. Подожди, а почему мы одни фотографируемся? Ну, давайте сделаем общее фото. Ну, идите сюда. Идите, давайте. Идите. Ну, идите сюда. Идите сюда. Что стоите? Давайте, давайте. Командир приказывает. Давайте, идите сюда. Вас как зовут? Меня? Да. Бронников. Ну, Бронников, имя у вас есть? Василий Иванович. Ну, Василий Иванович, ставайте поближе ко мне. Не смущайтесь. В таких переделках бывали. Не смущались, а тут смущаетесь. Да я не смущаюсь. Так, все улыбайтесь. Никогда бы не подумал, что встречу Галину Леонидовну в психушке. Ну, ничего удивительного, так пить. Ты-то откуда знаешь? Земля слухами полнится. Вась, я ж тебе говорила, мне нужно с тобой поговорить. Ну, говори, говори. Ну, это серьезно. Оставь фотографии, сядь. У нас неприятности. У нас? Ну, у меня. Звонила Зоя. Какая Зоя? Моя сестра, Зоя. Какая сестра?
Вот уже 50 лет, Вася, у меня есть сестра. Ты что, этого не знаешь? Знаю. Так вот, у этой сестры есть сын. Мой племянник Сережа. Надеюсь, ты это помнишь? Помню, помню. Его забрали в милицию. За что? Ну, я точно не знаю. Нашли какие-то наркотики. Он говорит, не его. И что? Мальчику нужно помочь. Как? Ты что, совсем идиот? Почему ты спрашиваешь, как? Ты что, не знаешь, как? Поговори с кем-нибудь. Позвони своему начальнику Семенову. В конце концов, он генерал. У него остались какие-нибудь связи. Я не буду этим заниматься. Вась, ну это мой родной племянник. Он тебе тоже не чужой человек. Нечего было заниматься наркотой. Ну, случай, просто случай. Ему дали какой-то маленький белый пакетик. Он ведь даже не знал, что в нем, Вась. Ну да, так все говорят. Он хороший мальчик. Ты представь, что будет с ним, если он попадет в тюрьму. Я представляю. Ты должен помочь. Позвони Семенову. Анатолий Владимирович, можно? Можно. Подожди секунду. Садись. Привет. Ну, как объект? Да, объект как объект. Надолго там? Ну, я думаю, с месяц провозимся. Да, что-то они нам только денег пока не платят. Анатолий Владимирович, у меня к вам разговор есть. Ну, начинай. Я даже не знаю, как начать. Ну, говори, говори, не мнись. Ну, в общем, у моей жены есть племянник и... Ну, продолжай, продолжай. Так, дело в том, что этот племянник прокололся, попал к ментам. За что? Ну, был на вечеринке. Наркота? Да черт его знает, граммы, миллиграммы, не знаю. Я бы не попросил. Ну, жена пилит. Ты фамилию напиши. Да, я уже вот написал. Только это денег будет стоить. Сейчас сам знаешь, без денег не чихнет никто. Да это понятно. И каких денег? Ну, пока не знаю. Скажу, когда провентилируем все это. Спасибо. Пока не за что. Что еще? Я в этой психушке знакомую встретил. Какую знакомую? Галину Леонидовну. Галину Леонидовну Брежневу? Да. А что она там делает? Что, с ума сошла? Да нет. Так вроде не похоже. Ну, а как же она там оказалась? Говорят, дочь привезла ее туда. Вот как. Ха, кто бы мог подумать. Я когда ее первый раз встретил, ей лет 35 было. Огонь была женщина, красавица. Да. Теперь ее не узнать. Москва. За 16 сентября. В течение 16 сентября севернее Праги наши войска совместно с частями 1-й польской армии с боями заняли населенные пункты Копялка,
Шамоцин, Маньки, Жезины, Пельцовизна. В северной Трансильвании наши войска действуют совместно с румынскими войсками. Боями заняли поле. Петровна! Петровна, не спишь? Не сплю. А я решила на огонек заглянуть. Правильно сделала. Здравствуйте, тетя Зин. Здравствуй, Галочка. О, я же сахар раздобыла. Подумала, может, чаек попьем. Конечно, попьем. Галя, спать пора. Завтра в школу. Характер. С детства такая. Я чего пришла-то? Васильевна из 9-го дома. Письмо от подруги с фронта получила. Она там рядом с своим Леонидом. Видела его. На его месте с Тамарой прям застукала. Все говорят в отдельном блиндаже. Всюду ходят, целуются, милуются. И главное дело знает, что жена, что дети. Что случилось, Галочка? Ничего. Если хотите секретничать, идите на улицу, а так я все слышу. Извини, мы тебе мешать не хотели. А вот и не мешайте. Обед бежит! Принцесса наша, как всегда, выделяется. Да она просто хочет, чтобы к ней Андрюша подошел. Ишь, замерла, как подсадная утка. Вот-вот. Ну, конечно. Не мог не клюнуть. Пошел. Многое вы понимаете. Она такая, потому что их отец бросил. Откуда ты знаешь? Тетя Зина маме рассказывала. Подумаешь, бросил отец. Война закончится, вернется. Наш на войне тоже к другой уходил. Даже писем не писал. Потом ее убили, сразу объявился. Главное, чтобы не убили. Убьют, тогда уже точно не вернется. Ты не слушай их, что они говорят. Они злятся, потому что ты красивее всех. Ты правда так думаешь? Да. Ты вообще другая. Ты ни на кого не похожа. Спасибо тебе. А то, что отец ушел, так ведь главное, чтобы он с войны вернулся. Вон у Веры, у Люды уже не вернутся. А у Майи так вообще вчера без ноги приехал. Я знаю. Как дом горит. Ты видела, как дома горят? Видела. Вас бомбили?
Один раз по дороге сюда. А мы почти год под бомбежками прожили. Держи, пока нас по Ладоге не вывезли. Папино бюро эвакуировали, и он смог нас взять. А твой отец? Он жив? Ты картошку где взял? Хозяйка дала, у которой я живу. Вот кончится война. Приеду домой, пойду на Невский и куплю себе тренинградских мороженых. Не, 5. Съем. 5 ленинградских. Ты пробовал когда-нибудь ленинградское мороженое? Нет. Только сливочное, пломбир и эскимо. У нас не было ленинградских. А после войны что будешь делать? После войны? После войны я стану артисткой. Знаменитой. Как Любовь Орлова. Да, точно. Ты не на нее похожа. Не говори глупости. Какие глупости? Почему? Просто у тебя волосы немножко другого цвета, а так ты очень похожа. А ты? Я? Я хирургом буду, как мама. Будешь людей резать? Почему резать? Буду лечить. Просто в медицине бывают такие случаи, когда резать необходимо. Вот, например, там, где гной, там разрез. А по-моему, и в жизни так. Лучше сразу отрезать и не мучиться. Ты это про что? Чего? Я не понимаю ничего. Ты на руки свои посмотри. Ты вон как шахтер ведь. Ты не ответила про отца. Что? Жив он или нет? Не знаю. Как это ты не знаешь, жив отец или не жив? Мне все равно. Как все равно? Пойдем купаться. Вот, Виктория Павловна, все. Петровна. Что? Виктория Петровна. Мою маму зовут Виктория Петровна. Виноват, товарищ Брежнева. Ничего. Товарищ полковник передал, что в следующем месяце еще больше будет. А нам и в этом ничего не надо. Галя. Виноват, не понял.
Разрешите идти? Вы возьмите, что вам надо себе. Спасибо. Мы, позвольте доложить, на довольствии. Кормят, одевают. Повезло вам. Жаловаться грех. Так разрешите идти? Да, конечно. Идите, можете идти. Здравия желаю. Тебя как зовут? Юля. Юля, я не хочу здесь больше находиться. Ой, ну что вы, не волнуйтесь, у нас здесь хорошо. Эх, Юля, Юленька, если бы вы знали, что такое хорошо. Вот мне на даче у Жуковки хорошо, у папы на даче тоже хорошо, в Париже хорошо. Ой, я даже не представляю, что значит папа генеральный секретарь. Он же не всегда был генеральным секретарем. Правда? Ой, а мне казалось, что всегда. И не всегда был человеком, который шаркает ногами и шамкает губами. И не всегда был человеком, которого ненавидела вся страна. Да и я не всегда была такой. Все знали, кто такая Галя Брежнева. И все-таки вот, ну как это? Когда папа главный человек в стране. Иногда приятно, иногда стыдно. Да как же может быть стыдно? Ну, наверное, это не понять. Он был человек, а люди грешны. Ну, а какой он был отец? Отец? Ну, он любил вас, баловал. Наверное, любил. А вы? Вы любили его? А я? Я иногда его просто ненавидела. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что-то случилось? Нет. Похоронка. Ты поел? Отправляйся в школу. Угу. Шапку надень. Хорошо. Отец посылку прислал и письмо. И что? Приезжает. Зачем? Не знаю. Как приедет, так и уедет. Меня здесь не будет. Это твой отец. Ты не видела его 4 года. У меня нет отца. Галя, так нельзя. А так как он, можно? Ешь. Только попробуй простить его. Я уйду из дома. Потому что он предатель, и даже больше, он враг. Перестань. Только попробуй пустить его на порог. Еду эту есть я не стану. Галя.
Давай, наливай, давай, за победу. Давай. Чуток, чуток. Опа. Ничего, ничего, все будем пить. Ну да уж, я смогу. Да, да ты че, бабуль, ты вспомни молодость-то. Ну давай, давай. А вот и тушенка. О-о-о. Налетай. Давай, 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 давай. Не сжигайся по очереди. Не помню, да, как. Давай, быстренько. Дедок, дед, что какая стоишь? Картошечка. Бери. Давай, так, давай, положу, мясо, дорогая, положу. Мясо бери, вот говорю. Какая. Галя! Галочка! Идите есть. Тушенку принесли. Ну, иди ешь. Я и не хочу. Не ври. А я вообще не вру. Ну, почти не хочу. Ты когда мясо последний раз ел? А у нас в семье все вегетарианцы. Кто? Эти. Вегетарианцы. Ну, те люди, которые не употребляют пищу продуктов животного происхождения. Вот, а когда в Ленинграде стали есть лошадей, а некоторые даже людей, то… Что? Людей стали есть. Ну, у нас соседку арестовали за то, что она съела сама и скормила своим детям своего младшего умершего сына. За победу! За победу! За победу! За победу. За победу. Петровна! Давай. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. О чем дева плачет, о чем дева плачет? Извини. Да ладно. А по радио передавали, что наши на Вислу вышли. Значит, скоро война кончится. Скажи, ты целовался с кем-нибудь? Я. Только честно. Нет. Поцелуй меня. Целовать тебя. Ты не хочешь? Хочу. Только я не знаю, как. Подойди ближе. Mm-hmm. Еще ближе. Сейчас. Ты не жмай губы там. Сейчас, извини. Давно здесь? Давно. Как давно? Давно. Год, месяц, день? Год. Год. Целый год. Год, месяц. День. Год. Месяц. День. Год. Ладно, прости, подруга. Год.
А я вас знаю. Вы Карина Брежнева. А вы кто? А я актриса МХАТа. Вы приходили к нам на спектакль? Приходила. Мы с вами виделись в кабинете Олега Николаевича. Вы тогда приходили с сыном писателя Авдеева. А я с ним в школе вместе училась. Что вы здесь делаете? Они думают, что я сумасшедшая. А вы? Я тоже так думаю. Иногда. Вы тогда были в платье от Пьер Кардена, я помню. Было. Мне его художник Илья Глазунов подарил. А он не художник? А кто он? Не художник. Не художник. Не художник. Не художник. Не художник. Не художник. Все, 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 все. Не художник. Успокойтесь. Он не художник. Он не художник. Не художник. Алло. Ну, слушай, слушаю. Да нет, новостей никаких нет. Я знаю, что он в КПЗ. Ну, ничего, пускай посидит. Для него это полезно. В следующий раз не будет брать то, что не нужно. Ну, успокойся. Я говорю, успокойся. Ничего с твоим племянником не будет. Туда уже звонили. Да, да. Хорошо, хорошо. Я работаю. Ну что, Василий Иванович, решили, с чего начинать? Все как обычно. Начнем монтировать комнату, установим мониторы, ну и камеры в местах наибольшего скопления контингента. Все как договаривались. Это что? Тоже ваши пациенты? Где? Черт возьми! Кто их пустил? С первого дня мне покоя не дают. Как узнали, что она здесь, во все щели лезут. Одним словом, желтая пресса. Извините. Пресса. А правда, что вы имеете отношение к краже бриллиантов у родительницы Ирины Бугримовой? Уходите! Галина Леонидовна! Вы слышите, уходите! Галина Леонидовна! Что вы делаете? Что вас сюда убирайтесь! Убирайтесь! Галина Леонидовна! Уходите! Уходите! Галина Леонидовна! Я здесь! Пойдемте, вы просто шли быстро! Вы обязательно должны быстро покинуть территорию! Ничего не делала! Вот, вот, быстро, быстро, я говорю! Быстро! Уходим! Не трогай камеру! Вот сюда! Зачем? Хорошо! Я забыла, как тебя зовут. Юля. My name is Юля. Я английский учу. Зачем? Так, для жизни. А то я тут в Турцию поехала отдыхать, а сказать и слова никому не могу. Вон, тычу пальцем, как немая. О, смотрите, а вот и наше озеро. Да, озеро. Юля. А ты можешь позвонить моей подруге и попросить, чтобы она приехала? Ну, конечно, могу. Знаешь, за всю мою жизнь меня только два человека по-настоящему любили. И совершенно бескорыстно. Это моя подруга Мила и Андрюша. А кто такой Андрюша? Был такой мальчик из Ленинграда. Угу. Мы с ним в эвакуации встретились. Он сын какого-то профессора, который вместе с Курчатовым атомную бомбу делал. Вот если бы я за него замуж вышла, может быть, было бы все иначе. Здрасте, Виктория Петровна. Здравствуй, Андрюша. Мороз? Да, нет. 25 градусов всего, не больше. 25 для тебя уж не мороз.
Так ведь, я привык. Да у нас в Ленинграде, если задуют, то 10 градусов холоднее. Ты за Галиной? Да. Она пойдет на танцы? Не знаю, вроде собиралась. Галя! Галя! Галочка! Андрюша пришел! Галя! Андрюша ждет! Я не пойду, мама! Не пойдешь? Почему? Голова болит. Голова? Голова, мама, голова. Извини, Андрюша, она легла. У нее голова разболелась. Да? А что случилось? Да еще днем плохо стало. Простуда. А там все наши собрались. Ну, вы передавайте ей, пускай выздоравливает. До свидания. Мама! Ну ты пойми, я не могу в этом пойти, я не могу. Я же тебя просила, мама. Мамочка, я же тебя просила. Ты же сама говорила. Надо, чтобы все было по-человечески. Конечно. Я только подарки отдам. Не волнуйся. Расскажи ей, как все было. Она все-таки мать твоих детей. Хорошо. Просто постарайся ей все объяснить. 4 года – это же немало. Тем более войны. Это жизнь целая. Я ненадолго. Я с тобой. Десять минут. Хорошо? Явился. Еле вырвался. Там генеральное наступление готовится. Никого не отпускают. Отпусков не дают. Папа, а ты из пушки стрелял? Что? Из пушки стрелял? Из пушки. Стрелял, стрелял. А из Катюши? Из Катюши стрелял. А
А много фашистов убил? Много. А можно я конфетку возьму? А это ты у мамы спроси. Она здесь командир. Бери. Спасибо. Вика, а где Галя? Галина? К соседке пошла. Я позову. Позови. Галя! Галь! Галя! Дядь, дядь. А ты на фронте был? Выйдите, пожалуйста. Поехали. Стой, это она? Галя, не ходи. Это она? Стой, я тебе говорю, стой. Ты, Галя. Уходите отсюда!